Здорово, ну что же, идем дальше в Little Hope. Узнаем все их грязные секретики. Вот это вот все, вот это мусор. Ты посмотри. Я сюда раньше не ходил, да? Ага. А может ходил? Так, ну закрыл, хорошо. Кстати, впервые вот Medal of Medan и Little Hope не было такой штуки, как в Дом праха, House of Ashes. То есть там нам сразу сказали, что есть действия, которые ты не обязан нажимать. То есть это реально влияет. А тут типа мы привыкли к QTE, да, что ты должен нажать, вот ты, блядь, не пропусти. Это очень странно. Очень стрёмно, почему они это заранее не прописали? Это пиздец, а не место. Этот священник — копия стрёмного проповедника. Точно. Может, это он и есть? Да. Это уже не является спойлером, если чё. Но священник и правда ебанутый. Их вроде много. Шикарно. Кого там много? Так, опять тексты. Тексты, тексты. Это все мы раньше читали, но ты, естественно, можешь поставить на паузу, если тебе это и все интересно. А если интересно, можешь не читать, там все равно какой-то информации особо-то и нет. Просто имена. Фига себе. Это же тот проповедник, которого мы везде видим. Да, и тут рассказывают о нем, что он типа очень хуёвый. Наверное, я не помню, честно. Очень давно я проходил. Вот, у меня же борода успела отрасти, вроде бы как. И сбривал уже раза три, наверное, за то время, когда проходил. Поэтому. Сам понимаешь. Это вообще, по идее, за нами должен находиться, чего? Противостоять. Бежим, Дэниел! Чуть не проебал. Если бы еще ром во мне не играл, вообще было бы здорово. Так приходится с ромом. Где ты? Тейлор, ну же! Отзовитесь! Что делать? Надо действовать, блядь. Надо действовать быстро! Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? И что мне теперь, обосраться нахуй, трекуча? Вот она, ты посмотри. Дэниэл! Слушаем. Тейлор! Это ты? Ни хрена не вижу. Было справа. Это ты? Я здесь. Тейлор!
Мун! А, то са... То не то, то не то. Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока еще не спаслись. Все? Окей. Да, дай отдохнуть. Не останавливайтесь! Идем! Постой. Он устал. Хрена с два! Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Мы все в опасности. Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Какать. Говорят, мне драться, а я еще не покакал. Ну, покакай. Надо немного отдохнуть. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Мы в ловушке. Туман окружил нас. Мы не пройдем. Нельзя тут просто сидеть. Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри, ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее. Это хороший план, окей? А вторая девочка, в итоге девочка, два варианта одно и то же. От нас убегает. Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реально ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Попытаемся. Ради всех остальных и ради себя. Мэри, ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Бежать надо. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. Да нет, старушка. Анжела. Так, указание. Уберите оружие. Случай со стариком вас ничему не научил? Уберите его. На сей раз это не старик. Там что-то другое. Так, минут. Продолжаем, то отвлекли. А ну убери эту штуку от меня подальше. Тварь. Боже. Я думал, больше вас не увижу. Я был уверен, что вы погибли. Мы думали. Ты. Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись?
Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Слышишь? Слышу. И явно где-то рядом. Идем скорее. Бегите нахуй. Совсем не отвлекает. Куры. Давай, помогай. Тут на резких между паузах я уже нажрался, наверное. Я вот не знаю. Ну, короче, мы будем все это делать под... Бежим! Эй, бежим! Да подожди ты! Да беги ты нахуй! Эндрю, подождите! Да ну, кажется, он за себя. Профессор! Анджела, вы где? Эндрю. Дэниел! Тейлор! Ребят! Куда вы делись? Так. Убери от меня эту тварь! Я видел, что тот остановил, значит, нам это спасти. Задушит. Так, теперь тот. Должен поймать. Поймать должен, блядь. Не, смотри, все окей. Все выжили. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Мутанты, X-мены, блядь. Все, он застрял, блядь. Хули ему еще делать? Стой, тупи, блядь, дебил. Олень. Лучше победить себя. Здрасте. Чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны. Не рай. Нет. Вы, может, уже кое о чем догадались? Так я, блядь, знал всегда, нахуй. Не надо вот это начинать, мистер Параш. О, сигарки. И карты. Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания. И ни одной погибшей души. Прекрасно справляетесь. Так держать. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Хуй. Что-то злое к нам спешит. Эндрю. Нам часто дают Эндрю. Ну, типа, ты такие должны быть. Ну, понятно, что Эндрю. Крутовато. Да. Пойдем. Просим ситуацию на дороге.
Это его брат куда пошел? Да. Блин, сделал себе вторую, короче, прививку от ковида. Мне так колбасило. Прям вообще жесть. Прям тело... Не то, что там темпер ебашил, а просто ломало меня прям. Тело все такое прям... Вообще. Все суставы, все прям вообще. Как будто меня пинали всю ночь. Звучит как бред, но... Вдруг... Нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти самим. В этом есть смысл. Эти жуткие твари как-то связаны с казнями. Тут что, все разваливается? Да весь город как будто бы, блядь, не живой. Ты не видишь, это Silent Hill, нахуй? Вроде бы все эти хуевины собрал. Давай, стирай. Ну, блять, пошел. Могила Мэри. Но неизвестно, когда и как она умерла. Так, подожди, постой, я возвращаюсь назад. Вот нам сюда. Как вы телепортируетесь, что ли? Светлячки. Это они светятся. Я думал, магия. Эйнштейн. Такой красивый. Разве нет? Какой-то кто? Странный. Кто? Кто? Будем вмешиваться всегда. Немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она убивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Молчишь о подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее... славных выдумок. Хорошо. Вот мне всегда поражает, типа... Коли суд услышит... Типа, как они раньше говорили... Выскажусь. И раньше, когда ты хотел донести свою мысль, что... Не знали каких-то других слов... А если ты говорил как-то... Тебя не понимали, потому что люди были ограничены в познании слов... Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту. Дабы принудить меня к молчанию, лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон, но
Мы похожи. В то время люди были еще суеверны, ну, естественно. Ну, типа, как... Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь как в суде. Как ты не могли додуматься? О Мэри. Я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Блин. Знаю, как это звучит, но надо выступить. Сказать, что она натворила. Как советует твой друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одной из... Типа, насколько люди-то были тупыми, блядь, вот реально. Я спасаю друга. Человек, рожденный в 90-х, вот, ну, по себе... Что тем я выношу приговор ребенку. А побуждение выступить против девочки. Священник-злодей. Нельзя вешать все на ребенка. Уверен, за всем этим стоит священник. Ты рехнулся? Остановим девчонку. По-другому никак. Да священник, блядь. Преподобный Карвер, человек Господа. В том нет сомнений. Ой, блядь, да хуй вам в рот, нахуй. Короче, все эти байки, все... Вы в итоге, вы ж... Типа, 10, блядь, не 5 лет этим людям, да, взрослым. Зря типа. Ты это, чувак. Они ж пожалел видят... девчонку, и они... теперь нам, возможно, крышка. Иди нахуй. Очень они надеюсь, ж, типа, взрослеют, что они видят, типа, как так? Мир устроен. Ну что? В наше время нам тоже никто там не преподавал там физику, да, и все прочее. Мы просто видели, как мир весь устроен, типа, изучали его. Господи. Неужели в то время и правда думали, что если молния ебашит, там Зевс гневается, или еще кто-то там, бог, я не знаю, пернул, блядь. Господи, это что за хуйня, блядь, полная? Он уже собирался выступить против Мэри, но добрый Эндрю его отговорил. Очень умный ход. Вы, блядь, издеваетесь? Да, блядь, я издеваюсь, пидор ты нахуй. Гнойный, трус ебаный, выебывайся больше. Как ты? Не очень. Демоны из прошлого. А у тебя не откуда знаю, рана в сиськи? Вот чего я не ожидала, это стать частью команды. Мне нравится. Со мной это впервые. Да, в точку. О, что-то новое. Я и сам кое-что сегодня понял. Что ты понял, блядь? Жаль, нужны были ведьмы и призраки. Сейчас не время для шуточек. Да, знаю. А-а-а! Все очень серьезно. Я просто хочу, чтобы мы выжили. Мы сможем. Да. Я просто на взводе сейчас. Пора двигать. Да как? В жопу это сраное место и сраную аварию заодно. Я должен спасти. И нахуй. Так, переключаемся. Дэниел. Давай. Ноги. Где блядь, ты? Знаешь, только... Да чего ты тупой? Тейлор! Это ты? Нет, блядь, Дед Мороз, нахуй! Держись! Ни в коем случае не отпускай! Я не отпущу! А чё отпустил тогда? Господи, кадры как-то сделаны вообще ебануто. Это самая ебанутая часть. Кому вообще нахуй могло понравиться? Придурки конченые. Так. Я пьяный. На кнопочке нажимаю. Все, окей.
Это твоя смерть, будь то она тебя не чувствует, нахуй. Типа по дыханию, да? Ебанутый, блядь. Господи. Надо двигаться, окей? Сценарий, это нахуй. Что, говна такое? Кусок. Я, конечно, пьяный, говорю всякую несвязующий бред. Но это реально, это пиздец. Это полная хуйня, блядь, господи. Пойдем туда. Даже выйдем человек в пьяном, блядь, рассудки видит в этом полную хуету, блядь, господи. Я много говорю, господи, хоть и неверующий, я атеист, блядь, да. Иди нахуй просто. Играй сейчас, блядь. Мэн оф Медан, блядь, была хорошая, но ее засрали, блядь. И вот эту вот облизали. Я вот это не понимаю. Получается, по крутости идет сначала House of Ashes. Типа она охуенно. Я не знаю, что там новое, которое Devil in Me выходит, потом, ну, выйдет. Вот. Ну вот пока House of Ashes, типа, охуенно, потом Мэн оф Медан. А потом вот эта санина. То есть вот эта санина, она, блядь, пока что она самая последняя. Это вообще неинтересно. Это история одного человека, блядь, господи. Это спойлер такой огромный, сейчас ебанул. Так. Не знаю. Какой-то пиздец. Что думаешь? Похоже, она хотела утащить меня поглубже в лес. Думать не хочу, чтобы она там со мной сделала. Фортуна повернулась к нам лицом? Что бы мы там ни увидели вот вот. Или вообразили, мы все еще в опасности. Так вот. Короче. Возможно, должен быть способ остановить ее. Мы могли упустить шанс что-то изменить. У вас был шанс обличить Мэри, показать, что она мошенница и лгунья. Да не Мэри, блядь! Вы столько документов нашли, все, блядь, собрал их нахуй. Вы тупые, блядь. Господи, там указано, кто. Блядь, тупорылые нахуй. Вот Мэн оф Медан вы сделали нормально. То есть, я сейчас объясню. То есть, Мэн оф Медан, вы если больше документов находите про хим оружие, вы понимаете, то есть, ваши персонажи такие, о, типа, понимаешь, что это, типа, все глюки на самом деле происходят. Но если вы не находите, они думают, что это реально. Тут же, блядь, я про священника нашел уже дохуя, блядь, документов. Они такие, о, Мэри, блядь. Сука, дебилы нахуй конченые. И как сработало? Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас House of Ashes, само то. Не получится. Так что окей, я готова сделать все необходимое. Идем, оглядимся. Ну идем, блядь, оглядимся, нахуй. Кем я играю? Так, этим чуваком, да. Да, посмотрюсь. Что с нас есть? Где чё? А в лес пойдем, в горы ебанем. А где твой фонарик? Я не вижу, чтобы он светил. Так, здесь туман, понятно. Иди нахуй, Эндрю. И ты, блядь, вся помятая. Чё это помятая, блядь? Silent Hill с 4-го, блядь, вышла. Ты вот, сыночка, если что, вы понимаете, кому. Той героине. Точнее, не героине, но... Старственным персонажем, который вся помята была. Ну, ладно, мы будем исследовать этот дом. Потому что нам показывают этот дом. Хорошо. Придется в обход. Да, действительно. Гений. Гений. А, вот и фон. Он все-таки светит. Блять, ну как тускло. Что-то у нас. Так, шейку ему это сломает. Там в любом в это, блядь, сломает ему шейку. То есть, либо я буду прокачивать персонажей по своему этому
по их этими параметрам. Где у них там параметры, блять? Вот, типа, сочувствие, там, вот это все прочее, говнище, короче. То есть они будут так развиваться, и тогда, я думаю, одна личность захватит другую личность. Ну, блять, господи, это такое себе, знаете, удовольствие, типа, дохуя концовок, ну, бля. Здраво. Еще. Говнище конское. Да понятно, все понятно. Дьявол нахуй. Помятые все, блядь. Да куда ты пошел, блядь? Дебил, я дальше пошел. Так, все, пауза закончилась. Погнали. Смотрите-ка. Да, действительно, смотрите-ка. Смотри, блядь-ка. Эй! Они идут. Бежать некуда. Я помогу им с поиском. Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну же, внутрь! Вообще-то он про ментов, блядь, это понятно. Типа, ну, только я понимаю, что я видел не одну концовку, но вот если это все убрать, и только идиот поймет, что... Ну, не поймет, что, ну, блядь... Здесь давно никого нет. Что это происходит? Вот мой черед, представьте. Можете орать, что у вас там IQ, блядь, 120, там, 2000, блядь, или сколько, я хуй знаю. Ну, блядь, дьявол не догадаться до этого, они вы... Они не ведают, что истинно, что ложно. Добром это не обернется. Я с первого раза, смотря трансляцию, куплю, сразу понял, в чем вообще суть происходит. Союзники в этой лжи. То есть, и когда потом... И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Ну, это очень... Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со своими силами. Здравствуй, тебя силами. Убили, блядь. Суд благодарен преподобному Калеру, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужества. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее... Смотрите, у них есть суд, но... Несомненно. Да, вот. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный... А где доказательства, блядь, ясно, суд? Сейчас только что сказал, что не ищет доказательства. А я где, блядь? Суд назначить Мэри другой приют. Бог? Вы не доказали, что опекать ее, преподобный. Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Тупая часть вообще. Авраам! Кто говорит, что она хорошая, это тупицы, блядь, полные. Что мне делать? Я не знаю. Просто я не догадаться сразу, это, блядь, быть кретином. Мэри. Но гораздо ли дитя на такое зло? Тяжело. Понимаю. Для любого. Мэри просто ребенок. Блядь, я же хотел ее убить. Но... Здесь все логично. Блять. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Черт. Черт. Я хотел ее убить, но здесь все логично, блять. Мэри толковала о злых духах. Колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл. Меня не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили ее. Иссушили. Призраки. Лишили чистоты душу.
Люди твердят, она в сговоре с дьяволом. Да это недоказуемо, блядь! И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Во! Что ты находишь, что я не способен узреть правду? Да! Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно. Ой, да ты, блядь, отняли. Охуевший мразь, блядь. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени. Да по пошел ты суда, нахуй. Мэри направится под опеку преподобного Карла. А, блядь, тебе да ну иди. Нахуй тебя, блядь, пидораса нахуй конченого. Ты, блядь, ты вообще погряз вот в этом волчности, блядь. Вот этой коррупции, блядь, хуета ебаная. Я суд, я лучше знаю, блядь. У меня время ограничено. Ты не выслушал нихуя. Блядь, господи. Вы видели двойника Эндрю? Повнище конское. Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата. Что она жертва. Судья, блядь, я почему? Судья? Здесь смотрите. Очень... Ебаный. Черт. И что теперь? Не уверен в своем выборе. Но мы хотя бы знаем, что можем на что-то влиять. Это ведь хорошо, да? Что думаешь? Это действительно так? Все было, как он сказал. Так, началось. Почти уже финал, вроде бы. Что за хрень? Нам пора. Идемте скорее. Иди, иди, иди нахуй. Глядите на шмотки. Это место закрылось 100 лет назад. Детство в 70-е. Вся жизнь впереди. Должен быть другой выход. Может, на первом? Вот. У нас есть Джеймс Кларк. Это тот отец, который вначале погиб. Из еще... Если вы не уследили за сюжетом. Возьми, буду держать. Отведи, буду держать. Взял, поцелуй меня в жопу. Вот. Текст. Окей. Ну, ты нажмешь на паузу и прочитаешь. Я это уже все читал. Два раза не собираюсь. Нахуй. Здесь очень неинтересно все построено. Очень отстойно. Давай, блядь. Выдвигаем. Берем. Переворачиваем. Вот вся эта семейка. Иди сюда. Посмотри на это. Посмотри, да. Вот это дичь. Сейчас буддисты такие. О, это рекарнация, рекарнация. Это, блядь, нет, нихуя сперва? Нет. Сперва? На нас, похоже, кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похожа на нас. Так какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, мы все видим один кошмар? На нахуй. Ты правда хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Этой ночью? Я прихвачу в его. В этом месте? Да. Сучка. Ты говорил, это типа ночной кошмар. Ты так думаешь? Если это мой кошмар, что вы тут делаете? Могу сказать. Ой, иди нахуй. Не знаю, что реально. Ты настоящий, Энн? Ну тебе. Стой. Так кто эти люди на фото? Может, тут время упорото? И на этой фотке реально мы? Но мы с ними одного возраста.
О. Я еще там-то. Письмо. Мне просто непонятно, типа, если мед-настроитель говорит, что вы должны объехать, типа, дорогу через город Little Hope, но при этом он не упоминает, что город Little Hope заброшен. И вы как попадаете сюда, здесь все заброшено. Типа, это реально все заброшено, или это игры разума таковые? Ну вот серьезно, кстати, размышлять, так вот, с самого первого прохождения. Я размышлял, я такой сразу, блядь, наебалочка, это все наебалочка. Типа, в этом же нету никакого этого разумного объяснения. Есть тупик, блять, из окна. Ну, заебись, нахуй. Спасибо за ту тупость, блять. Ладно. Ну а ты что думаешь, умник? Мы мертвы? Я так и сказал, Тейлор. Мы нахер мертвы. Ну, в этом я сомневаюсь тоже. Потому что вы видите чувака. Вот он, кстати, тот чувак. И вы видите, что кто-то ложит цветы. У вас сразу таки в мозгу должно быть. И вы видите, когда глюки, вам кажется, что это мусор, но это не мусор. Вы такие. Вы должны сразу взрываться. В чем тут дело? Она ему что, изменила? Ну чё, бля, господи, да чего, бля? Игрок, который играющий, видит в начале ролик, ну, начальник, слышите? Где они все погибают, потом видит Привет, дальше. Подгами. Он надо начинает уже кубатурить, отсюда. Блядь, господи, если он не начинает кубатурить, то он полный дебил, блядь, имбецил, господи, ёбаный. Как можно не сообразить? Я вообще, я в этой части сразу сообразил. Я во второй-то, ну, в первой части я сообразил, наверное, уже ближе к концу, что когда прочитал все эти что-то химическое, не, наверное, даже к середине, когда больше половину записи открыл, я только понял, что, блядь, все не настоящее. И потом мои чуваки такие догадываются, что все не настоящее. Но к тому моменту я на первом прохождении убил чернокожего панчайки, там, который был брат этого, ну, в очках такой чувак, вот, я его панчайки убил, потому что я поверил сначала этим глюкам, но потом, когда я окунулся в эти все записи, я такой, блять, ну, понятно, токсины ебаные, но в этой-то части что, мы видим, что, блять, нас просто дурят. Тяжелый. С самого начала. Эндрю. Иди сюда и помоги мне. То есть вначале это реальность. А потом это уже, блядь. Ты оттуда, я отсюда. Так, толкаем себе. Вместе. Так? Так? Ну, давай! Ого! Оу, черт! Блядь, сейчас будем бороться. Вроде бы как. Дэниел! Ты цел? Не совсем, у меня лёд в окне. Спасите! Вытащи. Thank you.
попадайся. Не помню, что же будет. Убежал нахуй! Забудь о нем. Ну отзовись! Иди нахуй. Ты в порядке? Конечно, да. Пойдем, пока ничего не случилось. Пойдем, говорит. Туда. Туда, говорит, пойдем. Пойдем, туда. Пока ничего не случилось. Туда, пойдем. Пойдем, пошли! Окей. Весь Анжела. Бля, опять эту старуху кончено играть. Дэниел? Где ты там застрял? Ответь мне! Вы видели Дэниела? Нет. Как его нет? Пока... Вы увидели, ладно, вообще в жизни? Видели, видели? Дэниел справится. Догонит нас. Чё за диалоги тупые? Вы видели Дэниела? Нет! Типа, вы... Как вы шли вместе? Вы видели Дэниела? Бля, если ты его не видел, как... Блядь, ты дебил? Ты олень тупорылый? Как мы могли видеть, если ты его, блядь, не видел? Господи! Вообще, в общем, мы увидели. И ты говоришь такой, он справится. Ну да, вроде бы он, типа, парень такой, типа, ну, может справиться с такой проблемой. Да, это да, конечно. Мы увидели, ну, в таком свете, что мы увидели, что он такой мужественный и все прочее. Да, мы его таким видели, да. А вот вы видели его? Ты чё, блядь, издеваешься? Диалоги кто, блядь, писал? Какая мразь, нахуй, на коленке их сочиняла? Сука. Иди нахуй, заебала, блин. Дэниел, ты цел? У меня аж сопли потекли, блядь, от этого бреда, блядь, конченого. Дэниел, ответь, пожалуйста. Да естественно. Он внизу, а вы вверху. Идете в лес, ты, Дэниел, ответь, пожалуйста, блядь. Да он, блядь, по канализации, наверное, бегает. Наверное, надо, блядь, под землю спуститься, чтобы орать. Дэниел, ты меня слышишь? Господи. Это, блядь, бред такой конченый. Вот. Дэниел? Чё это за туннель? Ты где там? Эндрю! Блядь, Эндрю, эй! Дэниел. Вот. Ребята! А слышишь, как я на одном уровне. Дэниел и Эндрю. О, как же я вам рад. Не только я теперь похожа на мокрую курицу. На мокрую пизду, ты хотел сказать. Мокрая пусси. Там мокрая была. Боже мой, я так боялась. Чё-то боялась. От меня не отделаешься. Ты себя прыщавая, страшная вообще. Так, это тот, который перебитый. Кто-нибудь все из по вас всему, видел, это Мэри? Джон. Я нет. Вот эти, знаете, подсказки, вы даете нам какие-то знаки непонятные, типа солнце, но ну ни к чему. Господи, вы дали нам столько подсказок, что вначале мы должны уже понимать, что это
Луна, солнце, все прочие книги. Теперь это хуйня. Ведьмовская хуйтень. Это полная хуйтень. То есть интрига вся обрывается в начале игры. И только в Ashes of Chaos, House of Ashes, вы нормально это все расписываете. А где она теперь? Будьте начеку. Начеку. Прям руку ей такой. Давай. Давай. Ни единой душе не спастись в Литл Хоуп, покуда ты жив. Ты должен умереть. Ой, Стелл Салем, я помню эти все пытки. К служению сатане. Просто второй сезон меня. И там третий вот такие прям. Покойную порочить не смей! Ты не смирился. Я должен изгнать дьявола, дабы спасти город. Нет спасения. Да какого... Джозеф, отрекаешься ли ты от дьявола и его учений? Смотрели фильм «Мглу»? «Мглу»? Чё за бред полный? Я не это... дьявола. Я не могу, это такая хуета. А может быть, если бы эта игра вышла в каком-нибудь 1700 там каком-то году, или 1600 каком-то году, это может было бы каноном. Но теперь это напасть на Мэри, помочь Джозефу. На Мэри давайте нападем. А хули нам делать? Иди нахуй. Вот, дала, блядь, мразь ебаная. Вот. Узрите, как бедное дитя страдает. От чего она страдает? Она поныне в сатанинских объятиях Джозефа. Больше камней! Сокрушим дьявола внутри его! Да хули, мы бы Джозефу помогли, все равно бы камни подлетели. Не медлите! Участь Литл Хоуп в ваших руках! Да булыжники у вас фарфоровые, блядь! Я в это не поверю, нахуй. Говнище! Да понятно, его расхуярили. А вот от камней оттолкнулся, вот так вот, ну как бы, когда тебе начали ложь, чуть приподнять и в сторону ползти резко. Что случилось? Выползти. Скажите, в воду, упасть и поплыть нахуй. Куда я тебе летаю? Чё, бля? Как... Я не знаю. Джо! Что вы делаете? Сражаюсь нахуй. Я устал бегать. Свихнулись? Да! Надо же ебашить! Это цепь, это же Анжелы. Мы спасем ее. Джон! Скорей! Так, Джон ебашит кувалдой. Беги нахуй отсюда. Давай, урод, я готов! Давай нахуй! По ноге. На нахуй. На, блядь. Всех разъебашу, блядь. В говно. В капусту порежу. Давай, не знаю. Капуста же не очень. Анжела! Выпишем, нажимайте на какие. Чего нет-то? Беги, блядь. Ты, блядь, была впереди, как ты сзади оказалась? Вообще не понимаю. Да, блядь, как я проебал. Помочь.
я выпишу, поэтому реакция у меня не очень хорошая. Но не осуждайте меня сильно. В это играть не пьяным, и я вообще хуй знает как. Как? Я квал-то проебал, что промахнулся. Все внутрь! Да не так много все проебут. Этому уроду нужен только я! Идите! Живо! Все равно, они сейчас все здесь умирают, вроде бы. Здесь похуй. Уши. Не надо сдаваться! Это тупо! Бегите оттуда! Все, он успокоился. Пап. Я его больше не вижу. Очки протри свои, блядь. Сейчас-то мы где очутились? Похоже, тут был пожар. Здесь что-то не так. Подумаешь, тут везде все не так. Так, вот заключительная часть, поэтому мы сейчас прервемся, и потом будет типа заключительная часть. Все. Так что давай, счастливо тебе. Всех благ.